Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить Принц Персии 2 Трона. Остановились мы на том, что спасли людей. Думаю, ты слишком далеко заходишь в желании стать героем. Ты уже спас горожан. Да, и теперь мы идем сражаться с боссом. Не с простым боссом, а с самым сложным боссом в игре, не считая финального боя с визирем, который, возможно, будет не таким уж и сложным. Это связано с тем, что когда я проходил бой с визирем, он был сложным из-за низкого FPS на моем компе, то есть он не это. Я его не мог пройти из-за FPS. Но сейчас у меня с FPS, благо, все в порядке, даже на запись. Что не может, конечно же, не радовать. Но босс вот сейчасшний, он не будет от этого легче. Это просто анусная боль. Если я его с первого раза пройду, я не знаю, просто это будет просто нечто. Я на самом деле даже этот бой на колесницах удивлен, что до сих пор не зафейлил, потому что, ну, вообще-то он довольно долгий. Или нет? Или недолгий? Не помню. Но явно нелегкий был в свое время, казался, во всяком случае. О, гениально. Вот этот сложный прыжок сейчас будет, насколько я помню. Или я не помню. Возможно, я плохо помню. Ну, этих-то на самом деле легко скидывать, конечно. Просто кнопку мыши нажал, да и радуйся. Ну да, пожалуй, я думаю, то, что дело в FPS-е, потому что я очень тяжело... Ну, плюс я был школьником, когда проходил эту игру, криворуким, маленьким, бездарным школьником. Хотя, надо сказать то, что когда я-то был школьником, игры были похардкорнее. Чего не скажешь про нынешнее время. Да, босс. Босс. А вернее, два босса. И я не уверен на самом деле, то, что убью его. Это был самый сложный босс в свое время. Ну хорошо, признаюсь. Я этого не ожидал. И у нас нету второго оружия, если я не ошибаюсь. Хотя должно было быть. Должно было быть. Блять. А, нет, все правильно. Сконцентрируйся на том, что с мечом. Тихо, не базарь, темный принц. Я прекрасно помню. Прекрасно помню, что меня карают эти боссы постоянно. Так. Да, блядь, смотрите, как они... Как я прям акробаты хуевы. Да, блядь, их двое. Принц не умеет на несколько противников ориентироваться. И у них, видишь, видите, у них две полоски ХП на самом деле. Я только что зафейлил, между прочим, часть... килла этого босса. Я не отматываю пока время назад. Это связано с тем, что мне оно еще понадобится. Кажется. Блять, вообще не отнял за всю эту ХП. Видите, просто принц привязывается к врагу. И он бьет не того. Прыгает вокруг не того, которого я хотел бы. И он иногда, видите... как сказать? Бля. Так. Так, нет, я, пожалуй, отмотаю на этот раз время, потому что я слишком много фейлю. Три раза я должен. Блять. Я еще больше ХП потерял, чем в тот раз. Суть в чем, если вы не поняли, надо бить. Один из них постоянно блокирует удары. А второй постоянно... не знаю, тоже блокирует постоянно, в общем-то. Они оба постоянно блокируют.
Но надо бить того, что с мечом, чтобы тот, что с топором... Че, неужто все? Добыть не может. Ебать! Это был, отвечаю, самый сложный босс во всей игре. Мы днями не могли его пройти. Ну, вечерами, на самом деле. На самом деле, часами, но окей. Спасибо. И просто повезло. Нам надо идти, пока другие не подоспели. Так вот, я помню то, что когда на харде мы с пацанами проходили эту игру... Я всегда на стороже. Будь на стороже, я всегда на стороже. На каком ты стороже, шлюха? Я думал, ты одна только, моя единственная. Толпа солдат. Но принц не прост. Не так прост. О, петухи бегут. Турникмены, Миши Маваши, блядь. И сейчас со всеми будем сражаться, прикиньте. Не верите? Ну и правильно. У меня своя армия, у них бочки вместо щитов. Чуваки, если вас не в 10 раз больше, то вряд ли вы своими вилами, блядь, и копьями что-то сможете сделать этим чувакам. А вас явно не в 10 раз больше. Я не понимаю, что сейчас мешает солдатам просто порубить в капусту всех. Кстати, как видите, я не знаю, на самом деле, слышали, что он сказал. Видите, ролик растянут. Это не я его растянул, как это было в предыдущих частях. В предыдущих частях я сам ролики растягивал, потому что, ну, они 4 на 3 формата были. А этот... Мы разделились. Я тебя скоро найду. Мне даже... нужно придумать, как открыть эту дверь. А, ну да. Так вот, ролики растянуты, а игра не растянута. Это связано с тем, что игра, конечно, оптимизирована 2005 года все-таки под 16:9 разрешение мониторов, но все-таки не так еще хорошо оптимизирована, и поэтому, блять, ну они просто все меня решили. Ну, благо, тут о хп-то можно сильно не заботиться. Поэтому ролики они не стали делать в 16:9 формате. Думали то, что, эй, да таких мониторов ни у кого нет. Ну вы что, никто не будет играть эту игру спустя 20 лет. Ну, какие 20, в общем-то, всего 7 лет прошло. Но они, думаю, именно про 20 лет думали. О, через этих тёлок можно даже прыгать. Это нестандартные тёлки. Обычно через тёлок нельзя прыгать. Чё, всё, со всеми разобрался? Мне надо придумать, как открыть эту дверь. Бля, видать, не со всеми ещё разобрался. Может, я просто туплю, и она сама откроется? А да, она сама открылась, когда я со всеми разобрался. Так, вода. Вода, вода, жареные солнце больших городов. По-моему, это не к воде относилось. Ну ладно. Так. Ага, я эту сетку чуть не заметил. Так вот, сама игра поддерживает 16:9 разрешение, а вот ролики нет. Ролики так и в 4:3, когда ставишь разрешение 16:9, они просто растягиваются. Что, на мой взгляд, довольно глупо, потому что, ну, неужели они реально думали то, что спустя такое количество лет никто, не все перейдут еще на такой формат мониторов? Я не понимаю теперь, куда мне, собственно, надо. Теперь понимаю. Че вы сразу так?
Ругаетесь. Серьезно, я до сих пор не верю, то, что я с первого раза этого босса убил. Ну это ж просто жесть. Он меня, конечно, чуть не выебал, там хп-то осталось процентов всего 15-20, но тем не менее. А еще ни одной пушки не поднял, что довольно странно. Невероятно. Я слышала рассказы о таких чудесах. Но увидеть одно из них собственными глазами... Сады? Не такое же ли устройство, лифт, установленного сзади? Этот лифт должен поднять нас в тронный зал. Но, похоже, это чудо из чудес сломалось. Я постараюсь вернуть его к жизни. Надеюсь, я когда-нибудь посещу Азад. Азад. Серьезно, да? Азад. Ты, то есть, хочешь принцу Персии изменить с Аладдином, я так понял. А, или нет, Аладдин в Багдаде был. Этот город Багдад, ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди приключений каскад, ты готов. Что-то там осизам. Отворися, наверное, не знаю как. В русской версии. Я знаю то, что американская эта песня совсем не похожа на русскую. Ну давай. Зачем делать выключатель прямо рядом с дверью? Я понимаю, то есть... Если бы он был не прямо рядом с дверью. Хм. Интересно, это обязательно или это секреточка? Я хочу, чтобы... А, это не щель. Тогда это обязательно. Я хочу, блин, все хп. Я хочу, чтобы у меня было... Ну, в любом случае, я покажу вам все концовки, то есть... На самом деле концовка-то здесь одна. Но вариации у нее две. Типа как в Mass Effect. Третьем. Ой, ребят, а что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось, я слышу. Блять, принц, ебаный псих. Че творит? Да что ж ты, сука, делаешь-то? Блять, вообще не понимаю, короче. Блять! Вообще не достаю тупо. Выкинь, короче, оружие нахуй и убей его по-человечески. Да ебал. Все. Скинул одного. Не скинул. Так, скинул одного, я сказал. А у второго забрал пушку новую. Какие-то они стали живучие, вам не кажется? По-моему, мы уже довольно далеко в игре прошли, чтобы убивать таких чмырдосов. Я не понял, что это за коряга, что я должен с ним сделать? А, теперь понял. Там. Вот. Вот, что я должен был сделать. Извини. Что? Я сказал извини. Я никогда не извинялся за то, что я делал. За слова, что говорил. За то, кем я был. Я тоже должна перед тобой извиниться. Ах ты, блядь, вонючая. Я чуть не видел, что она выдвижная. Я тоже... мудак. Я тоже должна перед тобой извиниться. Я не должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах. Но я делал ужасные вещи. Ошибки совершает каждый. Но не каждый находит в себе силы их признать. Тебе похуй, что я время замедлил, да? Я видела, что ты сделал в мастерской. Старик говорил правду. Ты настоящий принц. Ты убиваешь меня. Подожди, пока не остановится, а потом нападай. Я немножко не понял, что произошло, какого хуя камера так показалась. Ну ладно, я не понимаю, куда мне надо. Снова туда? Тогда в бок, может быть? Нет. А, вот эти палки, я их не увидел. Конечно, я должен был вот эти палки увидеть. Ну, вообще-то, да, должен был, наверное. Ладно, мой фейл. О, тёлочки, хули вы танцуете все время? Чё, с дискотеки, что ли, только пришли? Блудницы вавилонские. Прям как в Декстере. Вы помните, сериал такой был? Декстер. В 6-м сезоне там был. Были вавилонские блудницы.
А, эти через этих шлюх можно прыгать, но нельзя сетовать. Вот это облом, потому что я собирался их скинуть. Но их нельзя скинуть, через них можно только прыгать. Бля, обычно через телок можно прыгать, но нельзя их... О, можно перекидывать, но нельзя через них прыгать. А тут наоборот выходит. Все, задолбали. Ладно. А это что такое было? Это? Опять он пытается меня обидеть. Вот вы слышали, да? Вы слышали ведь, да? Черт, я не понял. Две двери... Лифт поднялся. А что это за дверь такая? Явно она не просто так. Я вернулся. Пошли-ка вы нахер, а? Не хочу я возвращаться. Зачем мне это? А зачем мне возвращаться было? Или нет? Бля, не понимаю, ладно. Наверное, вот за этой дверью секретка, и эта дверь открывается. Да. Стой, сучка. Ах ты, блядь, вонючая. Бля, у меня один песок остался, если сейчас не этого... Так, надо все сломать тут, короче. Потому что если там увеличение ХП, мне одного песка явно будет маловато. Тут еще и надо в дверь в эту пройти с пом... Блять. Все против меня. Так, давайте. Тут, скорее всего, увеличение ХП. Но у меня всего два песка, бля. Почему меня игра никогда не готовит к этому? Да, это увеличение ХП. А, вот, еще есть возможность восполнить немножечко. Ой, тут прям столько кувшинов. Она прям говорит: «Эй-эй, тебе понадобится много песка, чтобы пройти меня, говноед. Поэтому я в кувшинчиках отдам тебе всего один». Сука. Ёбаный бог рандома. А еще у меня шестой песок, смотрите, он как будто закрытый. У него такая хрень. О, зеркальце бабское. Отличное начало, я считаю. Бля, мне страшно. Блять. Заебись. Да ебать, ну что за говно? Я не успеваю даже развернуться, чтобы... Придется заново все проходить, если что. Бля, вот видели, он специально это делает. Так, если я поднимусь... Меня скинет. Конечно же, блядь, последний песок, сука. Тварь. Нет, зря я. Охуенное начало. Стой, сука, она еще выдвигается. Пожалуйста, пусть это будут все. О, это далеко не все. А может замедлить время? Тут вроде не сложно. Хм. Нет, надо вот по этой стороне бежать. Да, вроде не так уж и сложно. Не, в Warrior Vision они, конечно, намного сложнее. Две осталось еще. Или одна даже. Хм, даже одна, похоже.
Это была предпоследняя, насколько я понял. Ну, бля, как же она мне нелегко далась-то. Да. Ты не заметила, конечно, моего отсутствия. Ну да ладно. Я прощаю тебя. Ты же женщина. Тебе положено быть невнимательной. И не обращать внимания. Ты там ногти, наверное, красишь, журналы читаешь, да, в лифте. Что там в лифтах? Музыка играет, наверное, как всегда. Я, кстати, в Dead Space хотел бы, чтобы музыка играла в лифтах, но... Но она там не играет. Пизда тупая. А знаете, в чем прикол? Я делаю все правильно. Он просто... Нет, это я делал неправильно. Да, я делаю все неправильно. Ой, ребята. Когда пески кончаются в этой игре, прям что-то ёкает в груди. Может, хоть скрытым убийством получится ёбнуть. А еще за скрытый уб... Я зафейлил, кстати. Пидорас конченый. Блять. Вот я же стоял прямо возле него. Как я мог его не это... Не убить скрытым убийством, если я нажал на Е? Кто мне скажет? Кто? Кто мне скажет? Кто скажет мне? Кто мне скажет? Так, ладно, я стулья пока побью. Так, а напомните мне, сколько летсплей уже идет? Ну, кстати, довольно много. Ну, не так уж много, чтобы так много, но довольно много. Так что, я думаю, отсюда мы вдуплять здесь продолжим в следующем летсплее. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Сет. До свидания.